Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Россия, Африка. Что дальше? В МГИМО прошел международный форум. «Мы – единый народ». В Москве выступили артисты из Луганской Народной Республики. Русский язык в странах СНГ. Международный научный конгресс объединил филологов и русистов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Сотрудничество с африканскими странами – одно из ключевых направлений российской внешней политики. Потенциал для роста практически в каждой сфере – от экономики до культуры. Об этом рассказали участники второго международного форума «Россия, Африка. Что дальше?», который прошел накануне в Московском государственном институте международных отношений. Международный форум, организованный МГИМО, привлек более 1000 гостей. Он состоялся уже во второй раз и прошел в гибридном формате. Участники смогли выступить лично и по видеосвязи. Специалисты обсудили продовольственную безопасность, информационные технологии, фармацевтику и торговлю. Залог успешного экономического партнерства, по мнению некоторых участников форума, это культурные связи. Абсолютно. Я, конечно же, надеюсь на понимание между Африкой и Россией. Я думаю, сегодня этот форум направлен на африканскую и российскую молодежь. И молодежь – это будущее человечества. И мы знаем, что за подрастающим поколением будущее. Это важно, чтобы молодежь России и Африки имели возможность понимать друг друга для лучшего мира. И мы должны способствовать развитию новой атмосферы, новой экосистемы, не существующей и навязанной Западу. Нам нужен совершенно другой путь, и мы сделаем все возможное для того, чтобы создать этот мир. О демографических показателях Африки, подтверждающих ее потенциал, рассказал доктор экономических наук, профессор, директор Института Африки Российской Академии Наук Ирина Абрамова. А если мы перейдем к реальной жизни, то Африка – это действительно кладезь мировых богатств. Это касается и сырья, и перспектив, и, конечно, молодого населения. 60% – это молодежь. А что такое молодежь? Вы прекрасно знаете. Вот мы, люди старшего поколения, прекрасно понимаем, насколько быстрее вы осваиваете все новое. А поскольку будущее за новыми технологиями, значит, будущее за вами, за молодыми. А африканская молодежь, между прочим, сегодня обеспечивает 50% прироста всей молодежи в мире. И в Африке сегодня 60% населения моложе 25 лет. То есть это будущее. Своими взглядами на развитие российско-африканских отношений поделились предприниматели, дипломаты, молодые ученые и политики. Кеми Себа – центральная фигура панафриканизма в 21 веке, икона черного радикализма, подчеркнул в своем выступлении. Я думаю, что Владимир Путин старается сделать все возможное для перемен существующего миропорядка и старается противостоять западной заносчивости. И поэтому мы здесь и принимаем участие в форуме, оставляя свой след. В рамках форума прошли круглые столы, панельные дискуссии, семинары, а также матч по футболу, волейболу и настольному теннису. В фокусе экспертов было международное сотрудничество от теории до конкретных проектов. А в холле конференц-зала можно было ознакомиться с выставкой африканских художников под названием «Про Африку с любовью». Объективные инструменты оценки положения языка в современном мире. Русский язык в образовании стран СНГ. Эти и другие вопросы поднял Международный научный конгресс, который прошел в Москве в стенах Государственного института русского языка имени Пушкина. Подробности в материале Татьяны Орловой. Целью Международного научного конгресса является всестороннее обсуждение вопросов положения, функционирования и статуса русского языка как глобального языка науки и образования, а также межнационального общения в информационном и цифровом пространстве стран СНГ. Государственный институт русского языка имени Пушкина при финансовой поддержке Министерства просвещения России провел это мероприятие в партнерстве с Российско-армянским и Кыргызско-российским славянским университетами.
Помимо дискуссий и международных научно-практических конференций, в рамках Конгресса прошло и награждение победителей конкурса лучших проектов в области поддержки русского языка на пространстве СНГ. Действительно большое мероприятие, которое охватывает огромное количество русистов в странах СНГ, ну а в принципе играет очень большую роль. Вообще это вот такие мероприятия, и, так сказать, имеют большое значение вообще для, так сказать, мировой русистики, потому что мы учимся друг у друга. Вот разные взгляды, разные методики. Русский как неродной, русский как иностранный, так сказать, это, в общем-то, близко. Среди целевой аудитории Конгресса, помимо ученых и педагогов, обучающих русскому языку, были представители Министерства образования, эксперты вузов, директора и учителя школ стран СНГ, которые работают в рамках программы «Российский учитель за рубежом». Конгресс объединил и работников центров открытого образования на русском языке, ученых-русистов и исследователей, а также редакторов научных журналов и издательств, представителей цифровых платформ и блогеров. Я вот здесь в институте работаю уже 48-й год. Вот я, так сказать, видел очень много разных мероприятий, которые проводились в стенах этого института. И каждый раз я, так сказать, не устаю удивляться, сколь много друзей у русского языка, вот, как много заинтересованных людей, и как много действительно людей, которые хорошо говорят по-русски. Наверное, в этом заслуга нашего института и вот таких вот, так сказать, мероприятий, которые проводятся сегодня. К онлайн-трансляции Международного научного конгресса присоединились слушатели со всего мира. Аудитория зарегистрированных участников составила более 1000 слушателей. Количество просмотров онлайн-трансляции в несколько раз больше. И так как записи выложены в открытом доступе, то окончательную цифру еще предстоит оценить. Татьяна Орлова, Андрей Челышев. Специально для телерадиокомпании «Русский мир». «Знай, читай, фест» – Всероссийский фестиваль семейного чтения подарил познавательное путешествие в историю народной культуры. Волшебные сказки, фольклор и самые интересные факты о письменности и русском языке погрузилась и наша съемочная группа. Всероссийский фестиваль семейного чтения «Знай, читай, фест» провела Российская государственная детская библиотека в рамках Года культурного наследия народов России. Праздник, объединивший детей и родителей, подарил всем участникам встречи с писателями, презентации книжных новинок, а также интерактивные и театрализованные чтения, квесты, мастер-классы, дискуссии, показы кинолент и мультфильмов. Например, в увлекательное литературное путешествие по книжкам писательницы Елены Алябьевой приглашает мастер-класс под названием «Познаем Россию через сказку». Детишки отправились в это путешествие на поезде, не выходя за пределы библиотеки. Ну и, конечно, праздники наших малых народов. Малых, потому что там сохранилось все, там традиции, там обычаи, там они их чтут, берегут, там они их передают. Это великолепно просто. Это вот, ну я не знаю, Калмыкия и Башкирия, я прям просто умирала от восхищения, потому что я никогда там не была, и я знаю, что такое есть. Но то, что там есть, мы часто не знаем, потому что это очень далеко, и мы туда не ездим, на крайний север не ездим. Мне хочется, чтобы дети наши приехали туда в 5-7 лет. Помимо офлайн-программы, всех заинтересованных гостей фестиваля ждали и мероприятия в режиме онлайн. Трансляции событий были сгруппированы по 4 тематическим блокам – русский язык и письменность, встреча с автором, мастерская и сказки народов России. Но давайте вернемся к офлайн-программе, ведь куда интереснее своими руками создать настоящих сказочных персонажей под руководством опытного преподавателя. Интерактивный мастер-класс «Что такое Анка Кумикайтын» или, может быть, «Кто?» провела ведущий педагог студии «Летал и шагал» Леся Танченко. Это совсем крайний север, рядом с Чукоткой. И мы поговорили про сказки, про быт, культуру кереков, потому что он очень интересен, самобытен. И ребята сейчас как раз создают своих персонажей, похожих на персонажей керекских сказок. Они познакомились с этой культурой, и сейчас у них получится сделать какую-то свою картинку-сказку. Как визуализировать главные сцены и красочные миры, как разрабатывать персонажей и выстраивать сцены так, чтобы произведение было захватывающим, как собрать мир и следовать его законам, этими и другими полезными знаниями делились с благодарными слушателями писатели, художники, иллюстраторы. Здесь звучали стихи, песни и самые любимые сказки.
Мы – единый народ. В Московском государственном академическом театре танца «Гжель» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Артисты Луганской академической филармонии, камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» и других творческих коллективов поделились со зрителями песнями своего сердца. Подробнее в следующем сюжете. В Московском государственном академическом театре танца «Гжель» прошел праздничный концерт под названием «Душа настроена на песню», в котором приняли участие артисты Луганской академической филармонии, камерно-инструментального ансамбля «Киевская Русь» и ансамбля танца «Рондо». Специальными гостями праздничной программы стали солисты легендарного ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова, а также артисты и коллективы из Луганска, которые только вернулись с гастролей. Они выступали в Калининграде, Балтийске, Советске, Краснознаменске, Багратионовке, Гвардейске и других городах Калининградской области. Гастроли прошли, я думаю, на ура. Зритель остался доволен. Все были в восторге, как говорится. Зал стоял. В филармонии появилась возможность поездить по городам, там, где не были артисты, познакомиться с народом, ну и, конечно же, подарить свое творчество. Праздничный концерт в Москве, как и гастрольный тур по городам Калининградской области, прошел в рамках федеральной программы «Мы – Россия», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России. Директор Луганской академической филармонии Вера Гицей отметила, что некоторые артисты филармонии и сейчас защищают свое право на самоопределение и желание быть частью России на поле боя. Ведь кто-то из состава, приехавшего в Калининград, был мобилизован в феврале и до сих пор является военнослужащим. Камерно-инструментальный ансамбль – это один из старейших наших коллективов, ему уже около 50 лет. Коллектив, который создавался давно с народными артистами, которые солировали у него. Сегодня он имеет статус уже как индивидуально аккомпанирующего состава и как индивидуальной творческой единицы, которая имеет свои собственные программы. Концертная программа подарила зрителям народные песни, инструментальную музыку, а также яркие хореографические миниатюры и песенные шлягеры советских композиторов Юрия Саульского, Марка Фраткина, Арно Бабаджаняна и других. Отметим, что Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры России призван воссоздать единую гастрольную систему нашей страны. Этот план реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы – «Большие гастроли театров» и «Мы – Россия» – гастроли национальных коллективов. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости@rm.yandex.ru. Всего доброго и до свидания.